во-первых, хочу сказать, что я в восторге от самого конкурса. Все девушки, я сказал на сцене, все леди, они все прекрасны. Было очень тяжело выбрать победительницу, не говоря уже про, про остальные призовые места. Свой выбор как бы я сделал независимо от других членов жюри. А так мы выбирали, конечно же, все вместе. Самые лучшие впечатления, очень много эмоций, я, честно, не ожидала такого, но я готовилась к этому конкурсу. Я сегодня заняла вторую вице-мисс коктейл, получила дизайнерскую корону. Я просто к этому конкурсу очень готовилась морально и была уверена полностью в себе. До этого я участвовала во многих конкурсах красоты, я 2 раза участвовала в «Южной красавице», в «Первой леди Одессы» и, конечно же, в «Royal Family Декабрь». Мне безумно понравилось, я не ожидала, что будет все настолько интересно и что с нами будет так много работать, с нами будет ставить с нами так много танцев, столько много движений. Это все было очень ярко, интересно и, конечно же, хотелось бы еще много. Мы демонстрировали хорошее белье от Florange, а также прекрасные платья, образы от Изабель Гарсия. И также дизайнерскую одежду из модного дома Florange. Сказать, что трудно, я не могу сказать, что легко. Почему? Потому что я не рассчитывала на второе место, не на первое. И я пришла для опыта, для какого-то такой стажировки, грубо говоря. Ну, мне все очень понравилось, это неожиданность. Я на самом деле очень удивилась, что второе место, седьмое, 7 чудес света я рассчитывала, что у меня будет. Но так получилось. Всем спасибо, особенно организаторам конкурса. Я, честно говоря, просто в восторге. Море ощущений, море эмоций. Подготовки, знакомство с девочками, новыми людьми. Все очень приятно и очень волнительно, конечно. Это, тем более, мой первый конкурс в этой сфере. В основном я участвовала в конкурсах в сфере бокала. Поэтому это непривычно, но мне очень понравилось. Сложнее всего было запомнить очередность номеров. Какой номер есть каким, какой показ мы делаем с какими движениями. Конечно, не забывайте улыбаться и себя как-то показывать, представлять. Ну, мы спорились там, были как спором между несколько девушек. И разные мнения, разные характеры. Вот этот я, например, выбираю одну, а другой выбираю третий. Ну, на самом деле, девушки очень хорошие, очень обаятельные, сильные. Ну, мне нравится сегодня конкурс. Сотрудничаю с Royal Family, мне очень безумно понравилась атмосфера. Действительно, здесь такой сплоченный коллектив, очень приятно работать вообще абсолютно со всеми, визажисты, девочки-парикмахеры, все очень приятные, особенно наш хореограф, хотелось бы выделить Инну. И спасибо, конечно, Марине и всем организаторам. Действительно замечательное мероприятие, я в восторге. Нет, конечно, очень переживала. И для меня это второй конкурс и вообще большая ответственность, так как я первый раз, повторюсь, с Royal Family сотрудничаю. Хотелось себя показать как-то с хорошей стороны.
И да, было действительно очень много переживаний. Долго учили постановки, репетировали дома, тренировались, волновались. Понравилось, конечно, моя победа, моя корона, все было шикарно. Организаторы сделали этот конкурс невероятно хорошим, невероятно прекрасным, множество эмоций. Я не думала, что я стану победительницей конкурса «Мисс Коктейл», ну вот так вот получилось, я очень рада. Я приложила все свои усилия для того, чтобы стать победителем. Конкурс очень-очень понравился. Большое спасибо организаторам. Девочки все прекрасные. Каждая сама по себе. Очень впечатлила девочка. Я не могу вспомнить номер, но очень красиво пела песню Полины Гагариной. Сегодня я предоставляла подарки конкурсанткам на обложку журнала «Коктейль», сертификаты на вечерний макияж, на аэрограф. Довольно-таки яркий конкурс, мне все очень понравилось. Видел много неординарных личностей и заметил, что наш город богат на талантливых людей. Конечно, нужны, безусловно. Это делается для того, чтобы в первую очередь открывать новые таланты, то есть зажигать звезды и давать возможность людям показать, на что они способны. Этим девушкам, которые сегодня просто меня удивили. Трудно сказать, каким именно качеством должна обладать победительница лично для меня, потому что внешние данные играют роль большую, улыбка, то есть блеск в глазах – это одно из самых главных. Ну и таланты сыграли немалую роль. Ну, я думаю, что каждая королева должна быть характером. Этот характер должен исходить изнутри. Она должна быть красивой, хорошей, доброй. Нежный, ну, я считаю, что вот мисс-победительница должна быть скромной, красивой, утонченной, нежной, ну, предоставлять всю нежность, всю красоту, женскую красоту. Главное не унывать, всегда верить в себя, быть всегда на высоте, улыбаться и не забывать об этом. Я им желаю всегда быть уверенной в себе, идти, не замечая преград, и самые наилучшие пожелания. Первое – это, наверное, целеустремленность в любом случае, потому что это мастерство, которое формируется годами. Второе – это, конечно, обаяние. Ну, мне кажется, должна быть удобная улыбка.